сказал, что Северного потока 2 не будет, помните? Ну. Ну, все ржали надо мной, говорили, а... так вон полным ходом строят. И что, а сейчас оказывается, что не могут достроить. Как же? А так? Говорят, к лету достроят. Сейчас я могу с 90% уже уверенностью сказать, что Северного потока 2 таки не будет. Думаете, да? Да. Он не будет реализован. Из чего я исхожу? Я исхожу из того, что это не входит в американские интересы. А если он противоречит американским интересам, они уже предупредили тех, кто будет участвовать в Северном потоке 2, что они врубят санкции против этих стран. Я сказал, чемпионата мира по футболу в России не будет. А он состоялся. Ну, купили. Я просто никогда не говорю, так, если не знаю. Потому что у меня репутация есть. Я могу сказать, что не состоится чемпионат мира, потому что имею по футболу в России, потому что имею непровержимые доказательства того, что... А вам Тося сгадывает, да? Не, ну конечно. Он же сказал, что не состоится чемпионат мира по футболу, он сказал, что не построит Крымский мост, и он сказал, что не построит Северный поток 2. Кстати, Северный поток 2, скорее всего, таки не построит. Посмотрим. Посмотрим. Уже Польша, вы знаете, что сегодня заявила, да? Посмотрите, любопытная информация. Прикольная информация. А пропустить нельзя? Американцы не допустят строительства Северного потока 2, повторяю я. Ну, пани Маркель, знаете, это же остальная людина. Как вы считаете, все-таки Северный поток будет реализован или нет? Я считаю, что он не будет реализован. Это не входит в американские интересы. Мне кажется, что Северного потока 2 не будет. Как Дмитрий сегодня считает, Северный поток 2 достроят? Нет, по-прежнему продолжаю считать, не достроят. Угу. Так, Не предсказываю, что не достроят. Я не Кассандра, не пророк, не ясновидящий. Мне кажется, что не достроят. И строится немецкий вот этот Северный поток 2. Не дадут построить под Северный поток 2, американцы не дадут. Противоречит национальным интересам США. Обложат санкциями так тех, кто будет строить, что они откажутся от строительства. Будут взвешивать, что им выгоднее, строить Северный поток 2 или попасть под американские санкции. Вы имеете в виду немецкие компании, другие европейские конечно, компании? Конечно, уверен в этом. Может быть, американские санкции их сейчас отрезвят. Я в свое время сказал, что Северный поток 2 не будет построен. Меня все заклеймили. Я уже почти смирился с тем, что он не будет построен. Но надежда тайная, что он будет построен, но надежда тайная есть, что вдруг не получится. Вот я бы был счастлив, чтобы Северного потока 2 не было. Мне кажется, с 90% уверенностью, что Северный поток 2 не будет достроен, а даже если будет достроен, не будет введен в действие. Вот я когда-то сказал, что Северный поток 2 не построят. Так. Потом его начали строить, меня все заклеймили, что он опять ошибся, как с Крымским, с этим, с чемпионатом мира и с Крымским мостом. Но вот видите, какие-то события происходят, американцы, они же против Северного потока 2, они санкции ввели против европейцев, которые его строят. Европейцы отошли оттуда, потому что американские санкции — это больно. Что касается Северного потока 2, я уверен просто, что американцы не дадут немцам осуществить эти мечты. Ну, уверен просто. Прямо здесь рождается проект «Северный поток-2».